Пенсия стала больше. Закон об индексации выплаты на 8,6% президент страны подписал 28 января. Аргументируя необходимость повышения пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен. Подробнее об этом поговорим с Ириной Пакулиной, начальником управления отделения Пенсионного фонда по Саратовской области. Ирина Юрьевна, расскажите, когда пенсионеры получат уже повышенную выплату? В январе текущего года страховые пенсии пенсионеров Саратовской области были проиндексированы на 5,9%. С февраля, в соответствии с указом президента, страховые пенсии были дополнительно проиндексированы до 8,6%. Таким образом, эта прибавка составила выше уровня инфляции 2021 года, которая по данным Росстата составляет 8,4%. Неработающие пенсионеры получат проиндексированные выплаты в соответствии с обычным графиком с 3 февраля. Вместе с февральской пенсией они получат доплату за январь с учетом деиндексации. А нужно ли оформлять какие-то документы для этого? Все выплаты будут произведены автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Индексация пенсии пенсионеров Саратовской области коснется более 670 тысяч пенсионеров. Индексация и увеличение пенсии у каждого пенсионера произойдет индивидуально. Это зависит от размера получаемой выплаты. Какая в среднем пенсия теперь будет у саратовцев? В результате повышения размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в регионе увеличится в среднем на 1076 рублей 68 копеек. Размер страховой пенсии в среднем таким образом будет составлять 15 889 рублей 12 копеек. Спасибо. С Ириной Пакулиной, начальником управления отделения Пенсионного фонда по Саратовской области, мы обсуждали индексацию выплат.